Два дня назад 16 делегатов из Алтайского края, в том числе Виктор Томенко, приняли участие в очередном съезде партии «Единая Россия». Губернатор нашего региона официально вступил в ряды политической организации. Партийный билет он получил из рук председателя правительства России Дмитрия Медведева. Партийные билеты получают Томенко Виктор Петрович, губернатор Алтайского края, председатель правительства Алтайского края. Также глава региона вошел в состав Генерального совета партии. Он рассказал журналистам, что стал сторонником «Единой России» не спонтанно, а после того, как вступил в должность губернатора Алтайского края. Партия помогала ему и во время предвыборной кампании, и после назначения, отметил Томенко. Он подчеркнул, что его вступление в ряды «Единой России» никак не отразится на взаимодействии с другими политическими силами. При этом российский политолог Дмитрий Орлов союз Томенко и партии назвал взаимовыгодным. Работа губернатора, должность губернатора, выбранного всенародным голосованием, подразумевает необходимость работать как с людьми, принадлежащими к различным партиям, блокам, объединениям, так и с простыми жителями, обычными, никуда не включенными, не объединенными, не блокированными, с простыми жителями Алтайского края. В партии появляются серьезные политики, которые могут укреплять ее политическое позиционирование в регионах. Губернаторы получают очень серьезную поддержку. Поддержку во взаимодействии с избирателями, в том же бюджетном процессе, да и в лоббировании инициатив регионов на федеральном уровне. На 18-м съезде партии приняли несколько важных решений. Одно из них – перевод в разряд национальных проектов программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Для нашего региона, подчеркнули эксперты, это принципиальный момент. Он означает, что отныне край сможет получать большую финансовую помощь от федерации на развитие периферии. Елена Макаренко, «Наши новости».